Я майор ФСБ Алексей Смолин. Лично номер 40021. Являюсь командиром спецгруппы «Сенеж». Получил от руководства приказ произвести взрывы жилых домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве. Я и мои люди выполнили этот приказ. Далеко еще? За перевалом границы. Да вы не волнуйтесь, здесь кругом все наши. Наши. Ваши-то первые продадут. Почему встали? Отсюда едешь сам. У меня дорога до границы. А граница там за перевалом. Мы договорились. За вами еще два коридора. Через Грузию и Турцию. Мы еще не договорились. Сядь в машину. Я получил деньги только до перевала. Салам алейкум. Телефон Гороева в эфире. Координатор. Наш договор остается в силе? Мне задание принял. Квадрат 12. Да. Стоять всем! Говори. Теперь ты командир. Все в порядке. Есть, уничтожить. Володя, работаем. Принял. Наблюдаю место захвата.
Тут в 2 километрах к северо-западу нашли одного, вроде наш. Почему-то в наручниках. Форма изношена. Что говорит? Ничего не говорит. Документов нет. На нем личный номер. 40021. Отвезли в комендатуру. Ну, отвезли и хорошо. Наши заокеанские покровители возмущены тем, что их русского партнера как пса вышвырнули из России. Им руководит бешеная злоба. Он должен во что бы то ни стало вернуться в Москву победителем. Нам будет легко с ним договориться. Люди Покровского сделают так, что твою группу в Москве встретят и помогут оружием и людьми. Но никто из них не должен знать о главной цели. Так и будет, учитель. Аллах Акбар. Это боевой нож с алмазом в рукояти. Он помогает лишь в делах, угодных Аллаху. Тебе он понадобится. Бисмилля. Мы начинаем великую битву равной, которая еще не знала наше столетиями идущая война с неверными. Пусть вечный город станет вечно мертвым. Да сбудется воля Аллаха, учитель. Аллах Акбар. Аллаху Акбар. Кино привез. В Катонске, в Москве. Я и мои люди выполнили это. Человек где? Нас атаковали вертолеты. Бред. Какие вертолеты? Он должен быть здесь. А его здесь нет! Да? Мы слышали про неудачу с майором. Сейчас мы готовы предложить вам партнерство в проекте совершенно иного масштаба. Есть детально разработанный план. Действовать будем в Москве. Умар, хозяин не велел никого пускать. Мне можно. Вы без крови освобождаете людей и возвращаетесь в Россию. На белом коне. Здрасте. Я по акционерам фарфоровых заводов. Ну, по тем, кого мы считали нашими. Не тема. Как раз тема, они договорились. Встретились на Саратовском заводе и дали нам ответ. Вот и ответ. Грубо, конечно, но, по-моему, смешно. Я бы хотел закончить разговор.
Масалам. Масалам. Лев Михайлович, у вас что, тренер заболел? Здравствуйте, Маша. Очень рада вас видеть, Умар. Вы уже поговорили? Да нет, просто сувенир передал. А что, ваш мужчина сегодня в миноре? С ним это случается. Что я могу для вас сделать, принцесса? А что вы можете для меня сделать? Могу спеть, могу станцевать. Вы умеете? Нет. Но я готов брать уроки. Я очень способный. Если вы освободите заложников, а чеченцы эффектно уйдут из Москвы на Кавказ, это устроит вас и нас. Дайте сделать звонок! Всего два слова. Ты все уже сказал, майор. Полковник, вы опять уехали из пресс-центра, не дав ответа. Вы получили все ответы. Нам нужно только разрешение посетить место бомбардировки. Бомбардировки не было. Мисс, послушайте. Нам нужно поговорить. У меня важное сведение. Закрой рот! Кто это? Я видел вертолеты и взрывы. У меня для вас есть информация. Заткнись, полегла! Полковник, кто это? Это вас вообще не касается. Уезжайте, уезжайте. Полковник, он говорит, что вы от меня что-то скрываете. Уезжайте. Закройте рот этому козлу! Полковник, почему этот человек здесь? Все, поехали, поехали. Что? Что именно вы можете мне сказать? Ложись! Down! Down!
Российский офицер. Что вы хотели мне там сказать? Добро пожаловать на борт. Умар, а что ты мне сувенир не привез? Извини, не до сувениров было, знаешь. Все как-то бегом-бегом. Так, чтобы выдалась свободная минутка, чтобы не спеша. Куда ты все торопишься, Умар? А, танцы, принцесса. Минутинту. Ну, никуда от тебя не деться. Все ты знаешь, обо всем в курсе. Как это тебе удается? Вроде все время в разъездах. Там убил, здесь закопал. Смешно это, Умар. А если тебе меня закажут? Ты предупреди, по дружбе. Может, я больше дам. Машину мою видел. Нравится? Все шутишь. А не смешно. Умар, вы не забыли о своем обещании? Скуза. Конечно, нет, я все их помню. А о каком из них? Вы обещали брать у меня уроки танцев? Я принял решение. С моей стороны, в операции будет участвовать Саурус. Требования о моем прилете в Москву для переговоров будут выдвигаться только с его согласия. Договорились. С нашей стороны будет Хасан. Вы в нем уверены? Да. Лев Михайлович, все нормально, я с ним работал. Ну, это хорошо. Детали обсудите потом. Заложники живы. Страна в умилении. Гэбисты в дерьме. Тогда и покажем кассету. Это их добьет. Домики, понимаешь, взрывают. Только майор теперь должен быть мертв. Это, я надеюсь, просто. Я понял. В Москву возьмешь с собой Умара. Его зачем? Он ничего не знает. И знать не должен. На месте скажешь ему, чтобы дал интервью. Пусть папа на него посмотрит. А где теперь Аслан? В Грозном, министром. Обнаглели. Оба. А после интервью? После? А после убьешь его. Лучше не сам. Майор.
Жить-то будешь? Мне нужно позвонить. Здесь нет сигнала. Мы должны найти сигнал. Хорошо, у нас мало бензина. Вас нет, ты разговаривал. Я видела шрамы. Тебя пытали эти люди из комендатуры? Нет. Меня взяли в плен чеченцы. Они хотели, чтобы я сказал перед камерой, что совершал теракты. А ладно, все. Ты можешь рассказать мне об этом? Есть кассета, а все рассказы ложь. Это так, мисс. Есть связь. Батарея сдохла. Мне в поселок нельзя. Дальше иди одна. А как же ты? Ты мне поможешь? Как? Отвези жетон в Москву. Передай в ФСБ. Генералу Карпову. Сергей Ильич, эта кассета с признанием Смолина лежит у вас уже 2 месяца. С тех пор, как он разнес комендатуру, мы о нем не знаем ничего. Пора что-то решать. Да, надо решать. Нас торопит военная прокуратура. Она всегда торопит. Товарищ генерал. Дело же ясное? Да, слишком ясное. Займитесь пока другой работой. Будем рассчитываться, Ваня? Да, пойдем.
Все, кто тебя знает, не хотят верить. Не хотят, но... Ты понимаешь, ты не только себя, ты всех нас. Я понимаю. Что с моей дочерью? Твоя бывшая категорически отказывается от охраны и не хочет переезжать под прикрытие. И больше здесь не появляйтесь. Ма, смотри. Сейчас, одну секунду. Дай мне телефон. Это дед, наверное, звонит. Понятно? Там усадьба. Едва хулигана на воротах. Она считает, что это вполне достаточно. А Смолину передайте, что я слышать больше не хочу его фамилию. Полгода его носит, черт знает где, а потом он посылает своих дружков. Сколько мне здесь еще сидеть? Сколько? Прокуратура выписала ордер на твой арест. Молодцы. Сидеть будешь здесь столько, сколько нужно. Посекундно вспоминать и записывать. И вообще, возьми себя в руки. Ребята, минуточку внимания. У меня для вас очень хорошая новость. Московский цирк дарит нашему классу билеты на свое представление. А теперь давайте все поблагодарим Бориса Ивановича. Спасибо! Деденька, вы клоун? Ира. Почти. Умар Тамиев, доверенное лицо Покровского. В Москву прилетел позавчера. Что он делает в Москве? Встречался с представителем банка «Феникс», но встреча скорее дружеская. А так, как будто в отпуск приехал. Ходит в рестораны, казино. Турист. Адмирал – глава разведывательного департамента военного комитета НАТО. Он только что приехал в Рим, чтобы координировать решение экстренного вопроса, связанного с безопасностью саммита. Михаил, срочность нашей встречи объясняется неотложностью этого вопроса. Надеюсь, вы сообщите президенту Российской Федерации о результатах нашего совещания. Мы располагаем информацией, к несчастью, весьма отрывочной, что арабская террористическая группа, предположительно Ансар Аллах, готовит нападение на саммит. Машины пойдут с интервалом 3 минуты. Потом 3 из них съезжаются в одном месте и въезжают во двор. 2 машины заходят с главного входа и блокируют его. Да, только одновременно с 3 первыми. В России ничего не вышло. Пришлось сувенир доставить в Москву латвийской диппочтой. Никто не догадывается о главной цели. Махат Едрия Муар. Нет, учитель, никто не догадывается. Группа, которая заходит со двора, занимается служебными помещениями. Это здесь, здесь и здесь. И работает с портером. От главного входа нужно 7 человек на верхние ряды. Ясно? Тогда начинайте, и да сбудется воля Всевышнего. Пусть твой удар будет коварен, как смертельный бросок кобры. Ужас и смятение навсегда поселятся в сердцах миллионов неверных. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ялаем шейх. Идите быстрей. Снаружи эти двое? Да. Они пошли на объект. Через час будут докладывать мне обо всем, что происходит вокруг здания.
Хорошо. Еще раз запомни главное. Устройте бойню, останетесь в цирке. Покровский не приедет. Я запомню. Ну и куда едем? К девочкам. Так здесь же, собственно. К воздушным гимнасткам. Это погиб. 15-й принял, ждут. Машину проверили, номера фальшивые. Повторяю, фальшивые. Первый. Объект приклеился к трем газелям. Подъезжаем к служебному ходу цирка. Здравствуйте, девочки. Возьмите его с собой. Первый, первый. Из газели выходят люди с оружием. Их не меньше 30. Это захват цирка. Какого черта? Кэтрин, я тебя не узнаю. Майкл, я не понимаю. Вот именно, ты не понимаешь. По нашим сведениям, человек, захвативший тебя в заложнице, из ФСБ. Я уже говорила, Майкл, никто меня не захватывал. Вот как? Отлично. Ты сбежала с ним, чтобы снять сенсационный репортаж. Где пленка? Где репортаж? Кто этот офицер? Почему его арестовали? Что он собирался тебе сказать? Кэтрин, твой метод работы со спецслужбами недопустим. Это просто непрофессионально. Брось, Майкл, она самый опытный журналист канала. Неужели? Да. Может, тебе пора взять отпуск? Может, вам обоим не помешает отпуск? Майкл Хорн. Что? Где? Ладно, спасибо. Террористы захватили цирк здесь, в Москве. Взяты заложники. Вы должны быть там. Второй раз повторять не буду.
отцепление через старшего, полковника Жидарева. Мой позывной на 10-м канале «Кром». Общий головной связи 8-й. Тяжелую технику оставить по плану. Они выходили на связь? Пока нет, товарищ генерал. Остальные члены штаба уже в пути. Здравствуй, Юра. Отойдите от ребенка. Сиди, не тот случай. Не бойся, пойдем. Бери его. Сиди. В туалет мне надо. Ты сказал, сиди. Знал, что детьми увлекаешься. Дурачок. Да, алло. Татьяна Смолина? Давно уже не Смолина. Цирк захвачен террористами. С дочерью поговорить хочешь? А что такое? Мама! Мама! Ира, доченька! Через час твой бывший муж должен быть в цирке. Надеюсь, все понятно. Смолин? Я не знаю, где он. А ты найди. Посидишь здесь. Мой папа придет и убьет тебя. Убьет, убьет. Лишь бы пришел. Главному. Ну. Говорит генерал Карпов. Ты не говори, генерал. Ты слушай. Очень внимательно слушай меня. Они требуют западных журналистов. И еще. Для проведения переговоров об условиях освобождения заложников они требуют вызвать Покровского. Покровского? Да. Их главарь сказал, что они будут иметь дело с ним и больше ни с кем. Покровский в России. Его сразу арестуют. Они полагают, что в этом случае будет сделано исключение. Это должен решать президент. Да. Hey, I have
Почему они требуют именно Покровского? Спросите у террористов. Вы арестуете Покровского, когда он прилетит в Москву, без комментариев. Сергей Ильич! Таня? Почему именно моя дочь? Что происходит? Татьяна Алексеевна, я не знаю, почему именно ваша дочь. Вы не можете не знать, я вам не верю. Где Алексей? Мы сделаем все, что сможем. Позвоните ему, я должна поговорить с ним. Дайте Смолина. Алло, Алексей, случилась беда. Я у цирка, там Ира. Вы не боитесь, что в России вас сразу же арестуют? Сейчас меня меньше всего заботит собственная судьба. Мистер Покровский, вы уверены, что переговоры принесут результат? Иначе бы я не полетел. Я думаю, надо штурмовать. В цирке 2000 человек. Половина детей. Если рванет, погибнут все. Вы понимаете? Все! Почему вы требуете именно Покровского? Мы верим только ему. Только он может остановить войну в Чечне. А вот этот текст для выступления перед цирком, живой концерт, а это для телевидения. Для цирка с поговорками, матом и слезой. Что значит с матом? Для искренности. Там все в меру. Так, заправляем. Вот заправляем, чтобы знали мы это, между прочим, в казарме живем. А то разболтались. Так. Чего смотрим? Чего высматриваем? Извини, капитан. Плановый обход. Товарищ капитан. Умар. Да. Что же вы творите-то, Лев Михайлович? О чем ты? Тут сотни детей в заложниках. Два сахара. Да мой род будет проклят! Я теперь враг для отца! Для отца своего враг! Алло! Больше с этого номера звонки не принимать. Ну, где тут у вас со слезой? Пиццу заказываешь? Тебе какую? Ты куда, Умар?
Журналисты приехали, хотят с тобой познакомиться. Это зачем? Как зачем? Папе министру привет передашь. Все, ты теперь с нами, Умар. Что? Зачем, мы, думаешь, тебя сюда везли? Сейчас пойдешь. Выступишь от лица угнетенного чеченского народа. Ты ведь любишь выступать, Умар. И вперед, к девочкам. Я ж тебе обещал. Умар! Как ты теперь с таким лицом к людям выйдешь? Убейте его. Спасибо, дамы и господа. Надеюсь, вы убедились, что у нас серьезное намерение. Нам нужна группа журналистов, чтобы она продолжила работу с нами. Добровольцы есть? В обмен на журналистов я готов отпустить 10 детей. Двадцать детей. Тридцать детей. Я остаюсь. Я останусь. Ты кто? Из охраны, из зрителей? Зачем ты здесь? Так, семейные дела. Я тоже по семейным. Этого здесь видел? Куда? За ним. Открывайте.
Что это? Пошел сигнал на спутник. Прошел сигнал о нарушении режима радиационной безопасности. Это Москва, квадрата 16. Что именно? Сигнал не идентифицирован. Держи, записывай. Центральный пост. Немедленно свяжись с Москвой. 5. Внимание! Объявляется 9. План периметра. 1. Вот и все. Ждите нас, где мы договорились. Пошли. Тебя ждет сенсационный репортаж. Смолин, оружие на пол. Ну и ты тоже. Нам нужно БТР с боекомплектом. Передвижная телевизионная станция World News. И свободный проезд в аэропорт. Там нас должен ждать самолет. А как же переговоры? Покровский уже вылетел в Москву. БТР и ПТС. Все это у вас есть. Подгоните к цирку немедленно. Вы же хотите, чтобы я отпустил детей? Вы отпустите детей? Не всех, конечно. 50 детей в обмен на БТР и передвижную телевизионную станцию. Когда мы выйдем из цирка, нас начнут показывать на World News. Если мы не появимся на экране, цирк взорвут. Если мы исчезнем с экрана, цирк взорвут. Я беру с собой журналистку и ее спутниковый телефон. По дороге она все расскажет подробнее. Ты получил разрешение на эфир? Поймите, это очень трудное решение. Речь идет о трансляции на десятки стран. Нет, нет, не то. Эфир будет? Да. Хорошо, ты поедешь с нами на БТРе и будешь вести репортаж по телефону. А ты будешь снимать нас. Смотри. Если мы исчезнем с экрана, то он взорвет весь цирк, просто разведя ладони. Бах! Если нападут на меня, бах! Если нападут на него, он умрет. Хасан! Куда ты собрался? Хвала Всевышнему, Мансур, ты остаешься главным. Покровский летит к чеченцам. Арабы должны уйти. Мы сделали главное. Мы так не договаривались. Об этом мы договорились с учителем. Он посылает вам талисман. Этот нож помогает в делах, угодных Аллаху.
Я расскажу, где выход. Бери мою дочь, людей и уходи. Нет. Ты уходи. Я чеченец. Я знаю, что делать. Я остаюсь. Мне там никто не поверит. Я для твоих враг. Здесь я смогу сделать больше. Бери людей и уходи. Идите по коридору до конца и дождитесь меня там, хорошо? Только тихо, тихо, да? Шевелись. Я буду рядом. Есть сигнал. Выходим в эфир. Помоги, там еще народу много. Сдайте оружие. Ребят, спокойно. Штаб у вас где? Пройдемте. Получили текст заявления президента России в связи с трагическими событиями в московском цирке. Граждане России, сегодня нас всех постигла страшная беда. Банда террористов захватила здание московского цирка. В заложниках оказались сотни детей. Бандиты, среди которых иностранные наемники, угрожают взорвать здание. Часть террористов покинула захваченный цирк. Они потребовали бронетранспортер, на котором в настоящее время движутся в сторону аэропорта. Поворачивай. Он свернул налево.
он делает? Куда он свернул? Так они что? В аэропорт уже не едут. Сигнал становится отчетливым. Что это? Ну что, что там? Капсула. 99К. Сплыла. Она же в розыске МАГАТЭ. В Англии похищена. Ахсантон. Молодцы. Что это? Твоя сенсация. Начинай репортаж. Блокируйте его. Внимание! Блокировать БТР. Повторяю, блокировать немедленно БТР. В эфире Кэтрин Стоун, мировые новости. Я веду репортаж из Москвы из захваченного террористами БТРа, который направляется в аэропорт. Мы покинули здание цирка, в котором террористы по-прежнему удерживают сотни заложников. К куполу подвешено мощное взрывное устройство. Только что к террористам БТР присоединилось еще два человека с непонятным металлическим цилиндром. Террористы никак не комментируют происходящее. Они требуют повторять, что если БТР исчезнет с экрана... Хватит. Ты что там придумал, а, генерал? Я сейчас перестреляю всех здесь! И цирк забыл, ты понял? А ты что делаешь? Зачем свернул? Покомандовать решил, генерал. Ты вообще куда собрался? Я хочу вернуться на прежний свой маршрут. Прикажи своим! Уже приказал. Без ЯСУ-6, начали движение по новому маршруту. Тоже ЯСУ-7 вас понял, слова БТР. Да. Какой плутоний? Что они с ним могут сделать? Ну так выясняйте! Товарищ генерал, с вами срочно хочет говорить директор ФСБ. Срочно? Линия громкой связи. Соедините. Есть информация, что в захвате цирка участвуют арабы из Ансар-Аллах. Готовится ракетный удар по лагерю группировки. Но мы должны быть твердо уверены, что заложники в безопасности. Вас понял, товарищ директор, спасибо. На проводе помощник президента. Соединяю. Алло. Ситуация? Да, ситуация крайне сложная. Будем немедленно докладывать вам обо всех изменениях. Спасибо. Выясняем. Если БТР исчезнет с экрана, то террорист в цирке взорвет бомбу, просто разняв ладони. Он так же, как и вы сейчас, смотрит на экран. Одним движением рук самоубийца готов уничтожить больше 2000 человек. Господа. Начинайте. Сама по себе капсула практически не опасна. Контейнер очень прочный. Внутри радиоактивное порошкообразное вещество. Стронций, цезий. Главное, все известные изотопы плутония. Возможно, цель террористов — взорвать капсулу и распылить вещество над максимально обширной территорией. Это называется грязной бомбой. А в чем конкретная опасность? Одного грамма распыленного вещества достаточно, чтобы уничтожить все живое на территории 3 квадратных километра. В этой капсуле 959 граммов. Размер пораженной территории зависит от высоты, на которой произведен взрыв, и от силы взрыва.
Что они могут сделать с этим контейнером сейчас, в Москве? Не знаю. Они сейчас в броне. Для распыления понадобится тротила 30-40 килограммов минимум. Скорее всего, они хотят вывести капсулу и улететь с ней. К примеру, если капсулу взорвать над Нью-Йорком, город будет непригодным для жизни еще лет 100-150. Но мы не можем отпустить их с плутонием. Ну и что вы предлагаете? Я предлагаю уничтожить машину с террористами и начать штурм. То есть помочь террористам устроить в Москве второй Чернобыль? А заодно уничтожить заложников вместе со спецназом? Разумно. Террористов ликвидируем на летном поле во время пересадки из БТРа в самолет. Одновременно с этим начинаем штурм здания. Вот схема коллекторов под цирком. По указанному здесь маршруту выводите спецназ на точку начала штурма. Ассаламу алейкум, вежери ногти. Братья чеченцы. Я Умар Тамиев. Вы все знаете мой тейп. Все знаете моего отца Аслана. Вас обманули. Арабы сбежали. Они использовали вас. Если вы не остановитесь, наши матери, отцы и дети проклянут нас. Не взорвут цирк. Он уже им не нужен. Вам выбирать. Сложить оружие и остаться людьми. Или сдохнуть. Как безродные собаки. Thank you.
Уничтожить БТР! Они не должны взлететь! Они уже взлетели. Значит, надо уничтожить самолет. Они не должны улететь с плутонием. Какой ветер? Западный, на Москву. Нельзя. Накроет полгорода. Невозможно посадить самолет. Ниже 3000 он взорвется. Когда самолет окажется над Римом, он взорвется по заложенным в компьютере координатам. Если они собьют самолет, спасибо им большое. Они сделают всю работу за нас. Это час твоей славы, журналистка. Продолжай репортаж. Прошу. Кэтрин Стоун, World News. Я нахожусь в русском грузовом самолете, захваченном террористами в Москве. Самолет летит в Рим, где сегодня открывается саммит Большой Восьмерки по борьбе с международным терроризмом. Террористы присоединили капсулу с отработанным плутонием к взрывному устройству, которым управляет компьютер. Они намерены взорвать радиоактивную капсулу над Римом. Если самолет опустится ниже 3000 метров, автоматически произойдет взрыв. Команду на взрыв дает высотомер. То же самое произойдет, если самолет будет сбит. Лидер террористов готов ответить на главный вопрос. Вы действительно взорвете капсулу над Европой? Конечно. Мы направляемся на антитеррористический саммит с важнейшей миссией. Скоро мы распылим плутоний над Римом. И затем начнем переговоры с правительствами западных стран.
Дамы и господа, рядом со мной специальный представитель президента Российской Федерации. Он сделает экстренное заявление. Российский президент принял окончательное решение. Захваченный самолет не покинет воздушное пространство России. Где именно собьют самолет? На борту журналистка Кэтрин Стоун. Аллаху Акбар! Давай доверни левее, не ложись под него. Сопровождаем цель на 5-100. Удаление 100 метров. Сопровождайте. Мисс, вы очень красивые молоды, но у меня только один парашют. Я человек простой. Люблю истории со счастливым концом. Смотри, смотри, быстрее. Сегодня я заработал кучу денег, и мне не терпится их получить. Террористы убиты. Мы контролируем самолет. Говорит майор Алексей Смолин. Личный номер 40021. Подтверждаю, на борту нет ни одного живого террориста. Не стрелять, не стрелять. Повторяю. Говорит майор Алексей Смолин. Личный номер 40021. Приказываю не сбивать. Самолет. Нет, имею право. Сейчас уже имею право. Вас понял! Вас понял! Отставить работу! We need to land the plane. Нам нужно посадить самолет. No, не получится. На высоте 3000 метров самолет взорвется. Why? Почему? Капсула с плутонием закреплена на пластине, а взрыватель подключен к компьютеру. Добро пожаловать на борт. Цель идет ровно, сопровождаем. На новой, на границе 150 километров, 22 минуты полета. Продолжает сопровождение при снижении до 300. Уходите на безопасность. Он должен немедленно изменить курс, выйти южнее на безлюдный район. И? Ситуация не имеет решения. Поймите, у русских нет выбора. Им придется сбить самолет. У них уже был один Чернобыль.
Нужно подготовиться к перехвату самолета. Когда мы сможем вывести истребители на позицию? Взлетают немедленно. Земля, граница скоро. Bluetooth-соединение. This is Bluetooth connection. Это Bluetooth-соединение. Что такое? Одну минуту. Видимо, это их компьютер. Он управляет взрывным устройством в самолете. Телефон журналистки как-то нашел его, как пока не понимаю. Что ты там нашел? Что за компьютер? Ты о чем? В общем, мы можем попробовать ее обезвредить. Пробуйте. Мы подключились к компьютеру, который управляет бомбой. Поддерживайте возникший канал связи. Как его поддерживать? Компьютер должен находиться рядом с телефоном. Сигнал, который мы получаем, позволяет напрямую работать с компьютером, контролирующим бомбу. Насколько я понимаю, у вас есть такая же возможность. Пожалуйста, подтвердите это. Да, мы получаем устойчивый сигнал. Генерал, мы поддерживаем вашу инициативу и готовы на беспрецедентный шаг. Соединить напрямую ваших и наших шифровальщиков. Подключайте к операции наших криптографов из ситуационного центра. Доступ к интерфейсу системы закрыт. Земля, у нас 15 минут полета до границы. На линии премьер-министр Италисер. Это не совсем так, господин премьер-министр. Никто не допустит, чтобы самолет долетел до Рима. Это очевидно. Что значит очевидно? Мы хотим точно знать, где, когда и что произойдет. Я должен отдать распоряжение городским аварийным службам и объяснить гражданам, как себя вести. Паника может унести больше жизни, чем этот порошок. Господин премьер-министр, я разделяю вашу тревогу, но самолет пролетит всю Европу, прежде чем достигнет Рима, и... Кому нужен второй Чернобыль? Белорусам, полякам, чехам, австрийцам? Я политика, я знаю, о чем говорю. Я погрязну в совещаниях, а самолет успеет долететь до Рима. Рим в опасности, вы понимаете? Рим! Какая информация от наших криптографов, сынок? Служба удаленного доступа отключена. Батарея садится. Земля уже трясет, он продолжает снижаться. У этой версии есть уязвимые места. Сначала вызовем перегрузку буфера, а потом введем один любопытный код.
Да, сейчас попробую. Они это сделали. Обезврежено. Что это значит? Альтиметр отключен. Русские полностью стерли программу. А как насчет бомбы? Я проверил весь компьютер. Это все, что в моих силах. Как насчет бомбы? Не знаю. Что с бомбой? Этого никто не знает. Мы стерли программу альтиметра. Возьмите трубку. Альтиметр удалось отключить. Примерно через 10... Стоп! Примерно через 10 минут. Старая посадочная полоса. Бывший аэродром Discovery. Там сажай! На эшелоне 500. Река. От нее есть крен 120 градусов. Впереди должен быть аэродром. Да. Есть информация по дисковому. Смоль, ну никто... Нам повезло. Осталось посадить самолет. Русские наносят ракетный удар по базе террористов в Катаре. Разрешите поддержать авиацией. Действуйте. Борт 76-932 приближается к границе. Он уже на границе. Он уже на границе. Конвой, граница, отходим. Принял, отходим. Удачи тебе, майор! С Богом! Держи штурвал. Я не знаю как. Просто держи. Мэйдэй, борт 76-932. Мэйдэй, борт 76-932. Говорит майор Смолин, личный номер 40021. Рация на прием не работает. Если меня кто-то слышит. Я на рейдж-контроль. Как меня слышно? Повторяю, если меня кто-то слышит. Борт в аварийном состоянии. Вышел из строя второй двигатель. Приступаю к посадке. Отключаю автопилот. Русский садится на дисковом, свяжись. Есть. Неисправна гидравлика, теряем высоту. Какой дисковый? Какой дисковый? На нем с ноября стройка. На дисковом. Какая стройка? Да стройка. Терминова совесть. Срочная связь с кем? Да хоть с кем. Борт 76-932. Высота 500 метров, полосы пока не вижу. Там половина полосы. Посадку на дисковом запрещено. Внимание! Срочно! Аварийным службам на дисковой! Самолет проваливается на хвост! Плохо слушается, более высоты! Ребята, там стройка! 76! Находится взрывное устройство, газовое плутоние. Есть угроза мощного радиоактивного сражения. Сажусь на шоссе. На случай, если мы погибнем. Говорю самое главное. В августе этого года я и моя группа участвовали в спецоперации в Наурском районе Чечни. Я был контужен и взят в плен, где под пытками сказал, что по приказу руководства
Моя группа подготовила и совершила серию терактов в российских городах. Я, майор ФСБ Алексей Смолин, личный номер 40021, заявляю, что ни я, ни мои товарищи таких приказов не получали и ни в каких терактах не участвовали. Все произошедшее со мной – провокация. Посмотри на это. Чисто сделано. Миссия выполнена. Браво, русские! Данные со спутника подтверждают. Русские ракеты разбомбили базу террористов. По донесениям разведки, лидер Ансар Аллах нейтрализован. Поздравляю. Отличная работа, адмирал. Приехали. Красавица. Леди. Леди. Do you have Belarusian visa? У вас есть белорусская виза? Куда теперь лететь? Пилоты должны запрашивать коридор, Лев Михайлович. Они спрашивают, куда мы летим. Откуда я знаю? Земля, говорит борт 7528. Возвращаемся. Подтвердите коридор на Лондон. В основе сюжета реальное событие. Судьба офицера российского спецназа Алексея Галкина. После чеченского плена он продолжил службу и был удостоен звания Героя России. Сегодня вместе с ним борьбу с терроризмом ведет каждый из нас. И в этой войне нам остается только побеждать. Как стало известно позднее из радиоперехвата ФСБ, за 15 минут до ракетного удара лидер Ансар Аллах был предупрежден своими заокеанскими покровителями.
Через два месяца его следы были обнаружены в Панкийском ущелье Грузии. Но это уже другая история. Пульсирует сердце висок, и время течет, как песок. Проходит, как красная нить. Мне нужно в бою победить. Проходит, как красная нить. Мне нужно в бою победить. Не выжить, а выиграть бой. Не выжить, остаться с собой. Натянуты нервы в нить. Любою ценой победить. И нервы натянуты в нить. Любою ценой победить. Ломается время, и вот опять наступил поворот. Нет вопроса, как быть. Мне нужно сейчас победить. Но нет вопроса, как быть. Мне нужно сейчас победить. Мне нужно для них победить. Мне нужно для них.